школе номер 20 поселка Сокол сделали новую крышу спортзала. Также летом провели косметический ремонт. Покрасили лестницы, частично отреставрировали крыльцо, забетонировали несколько ступеней, провели генеральную уборку. Кроме того, закупили посудомоечную машину. В этом году школа открыла свои двери для почти 40 первоклассников. Для них оборудовали специальные кабинеты в соответствии со всеми методическими требованиями. В общей сложности учебное заведение посещает более 450 ребят. Также в школе действует противоковидный режим. В этом году у нас сохраняется режим особый. Это противоковидные мероприятия, которые заключаются в том, что учащиеся приходят в школу ступенчато, оборудовано два выхода. Естественно, термометрия проводится. На первом этаже у нас установлен стационарный прибор для учета температуры, а во втором входе стоит дежурный администратор, который измеряет температуру уже переносным устройством. Естественно, журналы, и для детей, если которые выявляются с подозрением, да, в медкабинет и сообщаем родителям, конечно. Руководство учреждения активно выполняет президентскую программу по организации горячего питания. Напомним, согласно документу, ученикам начальных классов в муниципальных и государственных учреждениях положен бесплатный ланч. Пополнился и педагогический коллектив. В школу пришли работать новые учителя. В этом году мы приняли нового учителя во 2-й Б класс, так как наша учительница уехала, и поэтому была вакансия. Учителя пригласили с материка. Всего у нас в начальной школе 187 учеников. Для безопасности в школе действует программа «Антитеррор». В ее рамках приобретены 2 ручных металлоискателя. Кроме того, учебное заведение присоединилось к проекту воспитания. В его рамках проводят школьные и внешкольные мероприятия, такие как дистанционная всероссийская олимпиада, спортивные состязания и конкурсы. Например, в холле представлена выставка поделок учеников начальной школы.